Куда свалили звезды? Звезды оказались у нас предателями. И свалили кто в Израиль? Пугачева с Галкиным. Собчак туда же. Историк этот модный, там все тер в модном приговоре. Во Франции. И все остальные не захотели стоять за Сахаром. Подумали, что там лучше. Начали спасать свои капиталы. Но когда им все аплодировали, вся страна на них смотрела и равнялась, им было хорошо. А сейчас просто свалили. И вот один мужик остался, Николай Басков. И еще много шансона остались, кто не уехал. По мере возможности, лучше в России никуда не поеду. Мы и не в такие года жили, в лихие 90-е. Я думаю, что и проживем сейчас. Войну все равно когда-то закончится. И сахар тоже появится. Хотя он никуда не девался, только цены повысили. Вот и все. А этих людей, я думаю, обратно вообще принимать не надо. Если страна...